на сцене Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина ставятся прекрасные постановки, пользующиеся любовью театральных поклонников. Спектакли, создаваемые творческим коллективом театра, доставляют духовное наслаждение зрителям. Государственный русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина ставит спектакли для взрослых, а также детские постановки, прекрасному празднику, Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, коллектив театра подготовил интересные спектакли. Вот что рассказали артисты театра. Александр Сергеевич Пушкин, однако, Дёглёт Рус драма театрының артисты Керим Атаев. Керим Атаев, артист Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Одним из основных праздников для работников культуры является ежегодно празднуемый в нашей стране День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Коллектив Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина готовит новые спектакли для наших зрителей. Недавно мы представили общественности спектакль румынской драматургии «Безымянная звезда». Спектакль встретили бурными овациями. Работники культуры всегда находятся в творческом поиске. Ко дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, мы готовим спектакль французского драматурга «Удивительные люди». В ближайшие дни мы представим спектакль общественности. В репертуаре Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина имеются более 30 спектаклей. Среди них есть спектакли туркменских драматургов. Отличие Государственного русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина от других театров в том, что в этом очаге культуры зрителю представлены спектакли на русском языке. Также мы ставим спектакли для детей. Я Волкова Ольга Владимировна, актриса Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Ведь культура – это душа народа. Наш театр подготовил новую премьеру. Это спектакль по пьесе французского драматурга Франсиса Вебера «Чудаки». Надеюсь, все, кто придут к нам на премьеру, прекрасно проведут время. Приглашаем вас к нам в театр. Наш театр всегда уделяет очень большое внимание и воспитанию детского поколения, и молодежи, и для взрослого зрителя. Поэтому для всех найдется у нас интересная тема. Троицкая Светлана Борисовна, заслуженная актриса Туркменистана. Работаю в Государственном русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня о Туркменистане знают все. Туркмены, бережно относящиеся к культуре и искусству, внесшие огромную лепту в культурное наследие мировой цивилизации, счастливый народ. Поэтому нашей культуре отдается дань уважения во всем мире. Национальное культурное наследие, передающееся из поколения в поколение, опирающееся на духовные ценности и национальный опыт, является основой духовного мира народа, его бесценной сокровищницей, вдохновляющей на духовное и нравственное совершенство. Наш Государственный русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина идет в ногу со временем.
В его репертуаре около 30 спектаклей, начиная с классики и заканчивая современными пьесами, а также национальной драматургией. Творческие усилия нашего коллектива направлены на создание высокохудожественных спектаклей, которые должны стать источником радости и вдохновения для наших зрителей, послужить средством идейного обогащения и нравственного воспитания.